Алена? Говори. Нет, ты когда не моешься, со мной любимый бассейн делать. Привет, мы на канале у Аленушки, и мы сегодня будем вместе делать упражнения на гимнастическом шаре. Или еще его по-другому называют фитбол. Вот, Алена нам покажет несколько упражнений. Когда мы купили этот шар, она была очень довольна. Так, и мы начнем показывать упражнения. Давай, Алена, показывай, какие упражнения можно делать на этом гимнастическом шару. Следующее упражнение – это выпрямление осанки. Как можно высоко-высоко двумя ручками надо поднимать шар вверх. Алена, высоко-высоко поднимай, как можешь. Вот, осанку свою выпрямляем мы. Выпрямляем. Вот, умничка какая, молодец. Мы выпрямляем осанку. Молодец, Аленушка. Умничка. Теперь мы будем вверх мяч подбрасывать. Перекачиваем ножками. Сидим и ножками перекачиваем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Следующее упражнение для грудничков, для маленьких малышей. Это перекатываться на животике. Да? Ну, показывай. Вот так, качаться. Животики на шару. Эти наши тоже участвуют в наших упражнениях. Переживают за нас, да? Ну что, перекатывайся еще. Вот так вот. Вот такое упражнение. Оно больше для маленьких деток, но для дошкольного возраста. Наши длинные плечи. Будем поднимать мячик вверх. Давай, Аленка. И ножками, и ручками надо поднимать. Это ножками, а теперь ручками поднимай. Поднимай ручками. Ну, сиди ножки и поднимай ручками. Вот, Аленка, молодец. Сильная. Молодец. Ручки у нас на поясе. И прыгаем на шару. Сидя. Сидя, сидя, прыгаем. Вот так не получится. Ну, давай, давай. Следующее упражнение. Садишься на ножки по ширине, мячик посередине. Прогибаем спинку вперед. Давай, Алена, прогибай. Вперед ручками тяни. Нет, а ножки надо, чтобы были на ширине. Да, и тяни ручками. Вот так вот мы прогибаемся. Прогибайся головку вниз. Так, следующее упражнение. Это боковая стоечка. Ну что, начинаем. Показывай. Облокачивайся бочком об шарик. Шаришь, просто показать, что дети любят делать на этом шаре. Алена, что ты больше всего любишь на этом шаре делать? Все, делай, прыгай, как тебе нравится. Прыгай, как тебе нравится. Покажи, как тебе нравится прыгать. Вот так? Давай теперь назад. Лучшее упражнение, которое нравится детям делать на фитболе, да? Ну, прыгай еще ко мне. Вот, Алена. Вот, и можно его и бросить, и поднять вверх, да? Вот, как лучшее упражнение спинку прогибать. Вот, молодец. Вот. Так. Ну. Давай. Вот. О, еще на голове можно шар держать, да?
Так вот. Кати, лови мячик. Неси мячик. Неси, неси. А Кати нам принесет этот мячик большой? Нет. Не принесет. Кати пошла маленький мячик искать. Так. Ну что, на раз, два, три поехали. Алена держит свой мяч, а Кэти держит свой мяч, ловит. Кэти, неси мяч. Неси. Так, сейчас Кэти прибежит со своим мячом. Ну что, Кэти ловит свой мяч. Вот. Сейчас будет ловить мяч. Да, Наша? Ну? Ох, Кэти словила мяч, молодец. Так, следующее упражнение показывает наша дорогая собачка Кэти. Кэти. Занятие, упражнение с Кэти. Кэти даже